Всем привет, друзья, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 и Черный Флаг. Мне почти 21 часть игры под названием «Ах ты, брат». Я желаю всем приятного просмотра. Вот моя миссия, прикольненькая. Я опять буду помогать ассасинам. Кстати, дорогие друзья, мне пришлось свой классненький стрим перенести 9 ноября из-за Ютуба. Кто еще не знает, потому что YouTube все испоганил. У меня тупило ОБС, писало, что нету интернета. Я очень хотел провести стрим, реально. Очень хотел на свои выходные провести стрим. Поэтому мне пришлось перенести стрим именно 9 ноября. Так как, я в рабочие дни просто нереально сделать стрим. А YouTube просто весь день вот у меня 6 ноября все испоганил, все портил, в общем, говнюк YouTube. Надеюсь, 9 ноября, друзья, все будет хорошо. Я еще раз всем желаю приятного просмотра. Ссылочки на моих классных друзей, на их классные каналы Антона и Лео Леопарда будут в описании. Поддержите их, они классные ребята. Так, ну теперь как мы отправимся в эту «Ах ты, брат» прикольненькую миссию. Я, друзья, начал точку обзора. Сначала точку обзора, сбегаем с вами, а? Да-да-да, в принципе, точка обзора находится на самом деле, сейчас посмотрю. Так, она, в принципе, находится около миссии, поэтому все окей, все хорошо. Надеюсь, спасибо вам, друзья, за понимание. YouTube, пожалуйста, не портите нам настроение с друзьями 9 ноября. Спасибо вам, друзья, огромное всем за поддержку. Реально, эксперты, уважуху вам. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Надеюсь, правда, моя мышка и клавиатура вам не сильно мешают. Надеюсь, меня слышно хорошо, друзья. Блин, эта игра очень классная и прикольненькая. Надеюсь, вам нравится прохождение не только Ассасина у меня на канале, но и Watch Dogs Легиона. Потому что эти игры, что Watch Dogs Ассасин, офигенные игрушки. Реально охеренные. Опа, курочка, привет. Взаимодействие с курицей. Я ей зерна дал. Вот крутяк, а. Ладненько, друзья, сейчас быстренько сбегаем, как говорится. Эдвард, ты крутой пират-ассасин. Опа, фрагмент анимуса. Ого. Он аж находится там, на крепости. Тебе, друзья, видите, как быстро погода поменялась, да? Светило солнышко, все хорошо было, да? И бах, пошел дождь. Охренеть. Ну, в этой игре, конечно, погода быстро меняется. Это, конечно, капец, а. Кстати, друзья, дорогие, мы опять же будем помогать ассасинам. И да, я это уже говорил, но тем не менее. И получим уже в свое распоряжение, надеюсь я, третий ключ. Нам останется буквально потом найти два ключа, и мы получим доспехи тамплиеров. Свое распоряжение. Ей-ей-ей! Фух. Слава богам, что я прокачал себе жизни и не погиб. А погодка, конечно, ужасная. А у нас эти графтопсы стало холоднее. Ничего, вы не охренели, да? Смотрите, бухи! Кто кого, блин, а? Ну-ка, ну-ка. А могу я с вами махаться? А ладно, я их убью. Я их реально убью. Ладненько, друзья. Значит, что я сделаю? Так, ограбить их не... Опа, я их ограблю, а? Пока не махаются, я лучше бабки забрал. Да реально, они Миш с собой махаются. Ради девушек, походу. А нет, тут одна девушка, а. Ладненько, друзья, мешать я им все равно не могу. Увы, я их только убить могу. Как я неплохой человек. Я не буду их убивать. Ой, сори. Желаю вам и вашим близким, друзья, крепкого, охеренного, суперского здоровья. А все остальное, друзья, у вас будет. Сейчас мы быстренько залезем. Точку обзора замутим и пойдем выполнять нашу прикольную миссию. Ух ты, ёшкин, давай. Еще немного. Так. Ну-ка, пожалуйста. Давай, Эдвард, давай. Молодец. Так, еще чуть-чуть. Ах, люблю я так делать, а. Класс. Ух, такая, конечно, погодка не очень, друзья. А игра очень интересная. Всем рекомендую в нее поиграть. Она правда офигенная. Так, доступно быстрое перемещение, разблокировано быстрое перемещение. Вау, круто, супер. Так, да, погодка капец какая ужасная, гром гремит, дождь льется, птички летают. Это вообще ужасная погода. Так, под такую погоду хорошо, друзья, спать. Только я сказал ужасная погода, друзья, как солнце появилось. Я магией владею. Ладненько, друзья, так, наша миссия находится неподалеку, да? Да, вот она. Так, точку обзора, ну, точку поставим. Так, ну сначала я попробую, друзья, быстренько вот этот сундучок взять. Да, сейчас, вот, правильно. Не так, во, все правильно. Так, не посмотрю, что же такая за миссия? Реально, кстати говоря, прикольное, классное название. Ах ты, брат. Нифига себе, где точка обзора еще находится на воде. И получается еще одна на воде. Ух ты.
Склад полон. О, надо будет, кстати, в этой миссии еще склад ограбить, а? Это уже когда завершим эту миссию, друзья. Да. Сейчас, ладно, друзья. Сейчас быстро когда сундучок возьму. Кстати, гэфлайм. Это Нимуса. А где он? А где он реально? Так, это тут у нас, в принципе, недалеко, а? Рукопись. А вот он, где фрагмент анимуса. Он аж сверху находится, а круто. Так, Эдвард так залезть не может, да? А так можешь? Давай, давай, Эдвард. Я в тебе верю. Ты крутой. Есть! Получается, в Насау я взял третий фрагмент анимуса из 13. Круто. Так, прыгаем. Блин, 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 блин. Твою налево, ну ё-моё, я думал не погибну, а. Досада, а. Фух, так, ну, в принципе, я нахожусь недалеко. Да, точки обзора я, получается, 4 из 7 открыл. Это прикольненько, прикольно. Так, тут сундук недалеко. Вау. Так, у нас почти 7500, у нас 7500 реалов. Это круто, на самом деле, ребята. Так, наша миссия основная находится недалеко, да? Неподалеку. Но мы сначала сбегаем сюда. Да-да-да, или потом. Ладненько, потом, по завершению этой миссии, мы сбегаем сюда. И сбегаем потом уже, вот, по окончанию общей миссии, сюда. С плавами на галке. В общем, миссия обещает быть прикольной, классной и интересной. Если вы кушаете, дорогие друзья, желаю вам приятного аппетита. И огромное всем еще раз, друзья, спасибо за вашу поддержку. Эта игра мне очень, правда, нравится. Так, а мы почти, мы вообще, миссии, блин, мы подошли к миссии нашей. Так, охота на тебя. Ванс, ух ты, его Ванс зовут. Понял, Ванс, понял. Трейверс? А, Трейверс? Откуда вы? Блин. Вы одеты как ассасин, но лица я не знаю. Я Кенвей. Вашей конторе грозит опасность. Да, я видел поблизости подозрительных людей. Думаю, это слуги тамплиера Аптена. Можете устранить его? Могу и согласиться. За плату. Вы случайно ничего не знаете о тамплиерском ключе? Вы найдете его у людей Аптона, если я скажу, где они. Что ж, по рукам. Так, активируйте, понял, понял, орлиное зрение. Так, найдите людей Аптона. Блин, миссия обещает быть все-таки реально прикольной и интересной. Блин, эта игра мне все больше и больше нравится, честное слово, блин. С каждым выполнением задания, с каждой прокачкой персонажа Эдварда, я все больше и больше хочу в эту игру играть, а. Она правда интересная, друзья. Это одна из лучших частей Ассасинов. Хоть, конечно, я отыграл только третью часть Ассасина за внука Конрада. Но тем не менее, ой, за внука Эдварда, сори. Но тем не менее, она прикольная. Так, наймем мы себе девушек, а, в команду, дабы, чтобы нас не спалили. Пойдем, девушки. Так, теперь нужно... А, вот его люди, а. Так. Он велел доставить Всё. Товар в его резиденцию. Зачем? Что он будет с ним делать? Давайте послушаем их разговор. Вывезет, когда он сам везет контрабанду сюда? Знаю, звучит глупо, но работа есть работа. Наверное, ты прав. Честно слово, друзья, я не зря себе девушек нанял в команду. Такие миссии располагают с помощью девушки. Девушки, они всегда помогут в таких ситуациях. Эй, тем более, эти девушки, блин, боевые щиты, штучки, а. Могут забрать агрессию хорошенько, пороже. Кто думает о словах? Точно не я. Но ты скажи вслух, контрабанда. 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 Ты прав. Все же есть в нем что-то смешное. А эти бухи, я. Не, сори, сори, ребята, вы нам сегодня не нужны. Мне и девушек хватает. Потому что это контрабанда. Ну да. Вот придурок с левой стороны. Много болтает, а долго не проживет. Болтливые долго не живут. Как я знаю. Ну, в принципе, это логично, друзья. Придем. Нас будут ждать. Да. Все будет просто. Доставим товар, а потом в таверну. Это если повезет. Кстати, видели, пиратский флаг, флаг, друзья, с правой стороны висит. Контрабанда. Его что, заклинило, что ли? Контрабанда, контрабанда. Так, ну-ка, что дальше будем делать, а?
А дальше что? Смотри, вот они. Здравствуйте. Так, теперь найдите Аптона. А, Аптона найти. Окей, окей. Так, а наша цель вообще миссии какая? Сейчас я посмотрю. Так, кстати говоря, интересное задание. Блин, найдите Аптона, это понятно. Так, Эдвард встречается с Вансом, Треверсом, чтобы предупредить его о тамплиерской угрозе. Ух ты, Эдвард молодец. Так, отвлечь команду. Отвлекайте. Давайте, девчонки. Фух. Так, мне теперь нужно подняться наверх. Да, пускай девчонки их отвлекают. Хотя, конечно, их мог убить, но мне нужно сначала найти этого Аптона. Ну, это, конечно, имечко у него. А, вот он, Аптон. Все, он найден. Так, убейте, убить, убить его. Так, давайте. Охеренно я его. Круто, друзья. Стой! Супер. Я Аптон Треверс, глава конторы. Что? Чего? Какого хрена? Ваш, мой брат, работаем вместе. И ты убил не тамплиеров, а моих рабочих. Но это был приказ вашего брата. Он хочет свергнуть меня. Ничего себе. Знаю, ну и события, друзья. Я ищу. Поворот такой поворот. Что? Прошу. Расскажите же мне все. С чего мне вам верить? Встретимся в конторе. Я покажу. А, тьфу ты. Ни хрена себе, друзья, ну не поворот событий, охренеть. Получается, кто его был брать, а это настоящий Тревор, Треверс. Евакери, честное слово, я чуть не убил невиновного. Ну, блин, друзья, поворот так поворот, я честно охерел, друзья. Это был капец, хотя я даже никого не убил еще. Так, получается, надо с ним встретиться. Окей, окей. Посмотрим, кто же из них врет. Кто же на самом деле этот гребаный, как там его, второй брат. Блин, второй брат, капец, а. Ладненько, наша миссия все в любом случае так и будет называться, как называется. Блин, а мне все больше нравятся такие, дополнительные миссии. По выполнению, дополнительные миссии. Так, тут я все взял, сундучок взял. Так, вот это мы, надеюсь, выберемся наружу. Или да, или нет. А, да-да-да, все нормально. Фух, а вам как, друзья, поворот событий? Так, тут получается, что надо делать? Так, не-не-не-не, не то. Вот так вот сделать надо. А, тут не покажет нам, да? Ладненько, миссия, в принципе, тоже остается, а? Все же, на самом деле, кто из них настоящий, дает Треверс, а кто из них лжец? Мы узнаем с вами очень, друзья, скоро. То есть, скорее всего, вы сами были в шоке, когда посмотрели, и такие, ни хрена себе. Лично я был, друзья, в полнейшем шоке. Я чуть не виновного убил, не убил. Хотя, может, он и виновен. Ну, по ходу дела прохождения, нам еще осталось, получится, три задания в этой миссии выполнить. Мы узнаем, кто из них лжец, а кто говорит мне правду. Может быть, придется их двоих убить. Посмотрим. Так, мы почти добрались до цели. Так, второй брат. Вэнс. Мой влюбленный брат-идиот вас запутал. Начните сначала, друг. Недавно случай свел нас с очень опасной женщиной. Цзинлан, пиратка из дальних морей Востока. Интересно. Они с Вэнсом быстро стали неразлучны. Почему он думал, что ваши люди шпионы? Ну, дело в сокровище. Так. Пират продал нам карту. Мы ее поделили. Идем. Я как раз к нему. Не выдайте себя. И услышите все сами. Идите на расстоянии. Если спросят, скажите, что вы мой телохранитель. Есть воры, которые пойдут на все ради половины карты. Окей, окей, Аптон. Аптоном. Аптоном. Капец, ну конечно имя. Так, спрячьтесь в листве. Окей, окей. Прячьтесь, как он при... А это кто у нас? Кто это такой? День добрый, брат. Идите за Аптоном Ивансом. Вансом. Так назвать. А как еще называть? Может, чужак? Я уже не узнаю тебя. А если городские слухи правдивы, то ты хочешь от меня избавиться.
Перестань об этом. Неужто ты веришь слухам? На Саутесе местные языки готовы все превратить в мелодраму. А я пытаюсь избежать трагедии. Хорошо, скажи. Следите за Аптоном и Бейнсом. Да, ну два бата, акробата, честное слово. Один гоп, другой дебил. Незаметно убейте вора. Уверен, ни один из нас не захочет нарушить это равновесие. Да, пожалуй. Скажи, ты ее принес? Ее? Мою половину карты? Карту, ну конечно, карту. Ведущую к сокровищам? К наследию? Ту самую. Моя тут. Где же твоя? Венс, думаю, мы должны бережно хранить сие сокровище. Наоборот, карта наша защита. А сокровище — свобода. Тем больше причин спрятать ее надежно. Неужто у тебя нет воображения? Ты не можешь представить роскошную жизнь, которая нас ждет. Я не думаю, что... Поместье и плантации траверсов. Никакой контрабанды... Ну, вот, друзья, пока все хорошо. Я одного дебила убью, вора. Пока все тихо. Венс. А ты уверен, что все будет так безоблачно? Опять вор, ни хрена себе, где он? Ты на что намекаешь? Не намекаю, просто спрашиваю. Как считаешь, какая... Так, все хорошо, все хорошо. Второго вора я убил. А почему нет? Сомневаешься, что люди любви, здоровье? Конечно. Так, наймой себе опять девушек, а? В команду. Пошли, девушки. Она женщина рисковая. Ей нужно море, приключения, спокойная жизнь. Не для нее. Оставь сын в покое. Вен, ты хочешь жениться на ней? Конечно. Мне жаль говорить это, но она вряд ли согласится. И почем ты знаешь ее желание? Если даже не брать ее характер, по-моему, она не та, за кого себя выдает. Ты ревнуешь? Ревную? Нет. Да. Я просто... Так опять, да сколько можно? Вы достали уже? Ты всегда любимым ребенком, золотым мальчиком. Ты злишься, что она отдала свое сердце мне, не взглянув на тебя. И ненавидишь ее. Отнюдь. Я лишь забочусь. Так знай вот что. Я на ней женюсь. Убью тебя, если надо. И заберу твою карту. И все увидят, кто из братьев главнее. Хорошего дня. Так, идите за Венсом. Ну, Венс полный ублюдок, а? Честное слово, еще там удил. Ради девушки он готов убить своего брата. Тварь, а? Честное слово, тварь. Я даже сейчас готов уже убить его, а? Но пока нельзя. Надо со своим, дорогие друзья, нам с вами вместе проследить. Да, я знаю, что это не стрим, но тем не менее. Мы за ним, за дебилом этим проследим, а может быть сейчас и убьем его. Блин. Фух, девушки, вы вовремя спрыгнули, а? Блин, я сейчас готов, друзья, честное слово, убить его. Так. Матросские песни Шанти. Не, песенку Шанти я... Опа, надо послушать его. Так, друзья. Принёс? Да чтоб такое-то, блин. Вот эта баба. Принёс карту? Пока нет. Нет. Что я скажу ордену? Мы не сможем уехать без неё. Я всё организую. Подожди. Подождать? Ты слишком мягкотелый. Боюсь, ты это до конца не доведёшь. Цветочек. Уже скоро. Я нанял кое-кого. Скоро Аптону придет конец, а карта будет нашей. Ты нанял кого-то? А в Библии Каин тоже кого-то нанял? Нет, он был мужчиной. Приходи, сказал он Авелю, и все сделал сам. Никто третий не подносил ему топор. У него свидетелей было меньше, чем у нас. Ну, девчонки, а? Веселые девчонки у меня в команде. Прямо сейчас? Ничто его не спасет. Так, найдите... Так, найдите того, кто напал на Аптона. Все серьезно? Так найдите того, кто напал на Аптона. Какого хрена? Блин, сука, времени мало, а? Вот ё-моё, блядь, целые только минуты осталось, серьезно? Как я пойму это? А ёб твою медь, а? Да блин, друзья, так быстро время идет. Пусть получит.
Убейте убийцу. Эдвард? Похоже, я спас вам жизнь, друг. Вэнс. Он сказал, что убьет меня. Я думал, блефует. Он же мой брат. Вы предупреждали, но я думал, что семья — это важно. Пока вы спасены. Но, пожалуй, лучше бы вам уехать подальше от нас, Сау. Так, второй брат. Да, Вэнс оказался полным мудилом. Мудилой. Он ради, блин, женщины, ради, как сказать, любви, готов убить своего брата. Он даже нанял сначала меня, потом нанял еще другого дебила. Если бы не я, не Эдвард, сейчас бы Аптон был бы мертв. Посмотрим, что будет дальше, дорогие друзья. Еще осталось две миссии в этой основной миссии под названием Aftermath. Так, схватите и грабьте посыльного. А посыльный у нас далеко и далеко. Так, опа, наша миссия вообще недалеко. Сейчас быстренько посыльного ограбим, а? Только постараюсь сейчас его не убивать. Дабы... Не хочется делать это, а? Ну, как получится, друзья. Сейчас все быстренько сделаем, а? Пират! Пират! Бегите! Так, кулаки. Давай, давай, Эдвард, давай. Эдвард, не тупи, не шали в интернете. Эй, стража! Есть, я его не убивал. Друзья, он живой, все хорошо. Кстати, я к миссии подошел. Крутяк. Так, это у нас теперь кто? А, Гори Аптона. Блин, капец, ну ё-моё, Гори Аптона. Да, я понимаю Аптона. Боже мой, что с вами стряслось? Я больше так не могу. Мой брат, предатель, та женщина, тамплиер. У меня нет семьи, и жены нет. Зачем мне жить? Пусть убьют меня. Вы явно не в себе, друг. Идемте, здесь опасно. И что с того? А то, что вы нужны мне живым, чтобы достать ключ. И вы нужны мне трезвым, чтобы все рассказать. Вы мой лучший друг. Я вас убью. Только в состоянии ты, балбес, меня, мне ничего не сделаешь, а? Да что уставились? Ну, Аптон, сказать, ну капец, а? Так, а, блин, зараза, а? Что ты сказал про мою маму? Что она очень славная, со всех сторон. Ну, Аптон, ну ты балбес придурашный, а? Я думал, все знают. Точно, проболтался. Больше не стали. Так, убивать их нельзя, а? Аптон, ты че? Ёпту, этого я убил. Я не хотел, Эдвард сам. Да сколько же вас тут, а? Ты падла, а? А весело, а? Выпили, как говорится, ребята, немного и начали махаться, а? Ай, блин, а? Зараза, ты меня больше, сука, не ударишь. Блин, Аптон, ты... А, чё удивляться, он же бухой, а? На, козёл. Так. Друг, идём. Нет. Отведите Аптона в безопасное место. Да. Поворот. Он просто капец в стельку пьяный, друзья. Можно называть друзья, не пейте никогда. Если пейте, то пейте в меру, а? Как лучше, как Аптон, не пейте. Во имя отца и сына и святого... и святого духа. Отца, сына и... А кто там третий? Шевелитесь уже, ясно? Отца, сына и шевелитесь уже? Это блин, так важно? Друзья, миссия это же за имя грустная. Жалко мне Аптона, что хочется его брата убить, ради девушки. Но в то же время и веселая. Не важно, ничто в этой жизни не важно. Пойдем быстрее. Ты не прав, Аптон. Быстрее. Родные. Опа, заплатите или стукнитесь. Или... А? Так. Ответьте, Аптон, безопасное место. Не туда, а? Так. Самое главное в нашей жизни, друзья, это семья, близкие, кто поддерживает нас в трудную минуту. Я считаю так. А все остальное не важно. Так, украдите. Опа, а я денежки себе украл, правда, мало реалов, но тем не менее. Так, Аптон. Вот смотри, вот офигевший, а? Аптон, друг, нет! Стража! Стража совсем рядом! Ее...
Друзья, сейчас мы нарвемся это опять на охрану, а? Сказал, отстань! Я отлить хочу! Автон. Вот так-то лучше. Прекрати! Что? Ну почему мне не дают спокойно помочиться? Оденься уже! Я как дитя. Эй, это святая земля! Я приучу тебя к горшку! Что-то, друзья, он уже оделся, чтобы вы понимали, а? А их надо уже убить, да? Ладненько. Так, чтобы быть. Их надо кокнуть, так кокнем, а. Так, быстрее, быстрее. Аптон сейчас убьют, а. Есть. Капец, Аптон, проблемный малый, а. Я не хочу быть как дитя, Эдвард. Все хорошо, друг. Помогите мне не быть таким. Вам просто надо протрезветь. Здесь безопасно? Безопасность — это иллюзия. Но у меня тут друзья, я спрячусь. Славно. Мне стыдно перед вами. Мои слова вас смущали? Да нет. Вы были прям профессор. Смена любого сделает философом. Представьте, тамплиерка. Мой брат женится на тамплиерке. До этого не дойдет. Я боюсь за него. Помогите его уберечь. Протрезвейте. Договорим утром. Вы мой друг навеки, Кенуэй. Да уж, блин, друзья, капец, Аптон балбес, честное слово. Хотя его можно на самом деле понять, честное слово. И упредил брат. Брат его хочет убить из-за девушки, хочет собрать у него карту. Он же, брат его женится на тамплиерке. Это вообще капец, вы... Это капец, друзья. Так, нам осталось буквально последнее задание. Посмотрим, что же будет в финале. Надеюсь, Аптон протрезли, стал трезвым. Во. Дракушки, где нам последняя миссия? Так. Королева пиратов и король драков. Во. Я, мне кажется, даже название переделаю, друзья. Мне это название как-то больше нравится. Ой. Так, подожди, подожди. Так, во. Может, даже название миссии переделаю, а? Королева пиратов и король драков. Или «Ах ты, брат». Я подумаю, друзья, либо я оставлю миссию «Ах ты, брат», либо сделаю король... В общем, королева пятов, король дураков. Либо так, либо так. В любом случае, то и то название мне нравится. Ха-ха. Блин, а прикольная финальная миссия. Прикольное название, друзья, финальной миссии. Так, сейчас, так, теперь мы кому... А, мы сейчас теперь перейдем опять же к Аптону. Надеюсь, он сейчас уже не бухой. Да-да-да, привет, дичуля. Так, королева пиратов и король дураков. Охота на тамплиеров, Венс. А это Венс? Или Аптон? Выглядите лучше, чем в прошлый раз. А, Аптон. Я протрезвел и понял, что к чему. Дзин запутала Венса. Ее надо убить. Но и Венс предал меня. У ассасинов это предательство карается смертью. И у одного из них тамплиерский ключ. Вы явно в смятении. Я сам разберусь. Я скажу, где они. Да, друзья, я, скорее всего, переделаю название миссии. Оно мне нравится. Найдите Венса. Королева пиратов и король драков. Вот крутое название миссии. Я переделаю, друзья, название миссии. Оно реально классное. Она как-то больше мне, ну, как-то больше понравилась, а? Тем более, в принципе, я думаю, я могу переделать его. Да, спокойно, конечно, могу, а. Так, болото, блин, зараза, жалко, что у меня нету дротиков, а. Тут, скорее всего, сейчас будут крокодилы, я так и знал. Я так и знал, что крокодилы будут. Ну, блин, а. Эта игра все больше и больше мне нравится и удивляет меня. Так, надо сейчас найти Венса. Так, ну, этих дебилов я могу убить, думаю, даже тут париться не надо. Так, раз, два, три. Так, пока пойдем, друзья, так. Девушки, как? Так. А, во как! Все, я правильно иду. Так. Давай. Молодец. Так, где же у нас... Где же наш Венс? Вот, блин, там крокодил, тут три дебила, которых я хочу, как говорится... О, сверху, люблю вот это сверху. Это классное убийство. Классная штучка-дрючка. Они даже не поняли ни хрена. Так, блин, что же сделать? Убить так или так? Блин, меня спалят там, а? А, так, ладненько, друзья.
Пойду я на рожон, как говорится, я их не боюсь. Тем более этот дебил все равно развернулся. Да. Опа! Одного. Третьего. А и классика, я всех их поубивал. Так, ладненько. Нам сейчас наша главная задача найти Венса. Так, это тоже не Венс. Так, во, вот так пойдем, а. Крокодил, я не боюсь, хотя, конечно, они опасные. Блин, животные. Да ё-моё. Ай, зараза, спалил меня. Ладно, черт с тобой. Сейчас я тебе укокошу быстро. Друзья, Арис, он живой. А вот теперь... Нет. Ваня, чувак, искупайся в воде. Так, тут у нас что? Опять же, да ё-моё. Вон, друзья, так что быть, с вами я помахаюсь, а. Ух ты, тут уже покруче будет, а. Так. Сейчас я, друзья, с ними быстро разберусь. Нравятся мне дымовухи, а. Они классные. Ух, так, ладненько, теперь пистолеты. Так, ну я вроде бы в правильном направлении иду, да. Вот он, Венс, я его нашел, убейте Венса. Венс сам напросился. Хоть, конечно, я его убивать... Я, блин, в принципе, не убийца. Ну, не хотел бы его кокать, конечно, но... Он предал брата, он дебил. Можно, конечно, позже бы ему настучать, но это уже поздно, мне кажется. В принципе, в любом случае, миссия, друзья, не изменится. Ого, нифига себе, Эдвард. Бой с крокодилом, вы смогли отогнать крокодила, но он скоро вернется. Я понял, понял. Уже, блин, да твою залил, а. Крокодил, сука. Блин, жизни мало, надо срочно валить с воды, а. Беги, 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 Эдвард, беги. Зараза, крокодил, а. Так, Венс ходит недалеко, ладненько. Сейчас, друзья, пойдемте, попрыгаем по бревнышкам. Залазь, 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 Эдвард. Так. Ёп, вы налево. А что падло, нихера себе он что сделал, а? Давай. Я так быстро его убил, что я в шоке, а. Эй, Венс, ты сам напросился. Получай пиздюлину, как говорится. Предатель. Кто бы говорил? Я себе, он так быстро умер, а? Обычно они долго умирают, а? А он так быстро. Так, у него ключа нет, да? У него только какая-то... А, у него карта. Кусок карты у него, а. Ну, он заслужил, в принципе, это. Зенлан, ну надо же. Я велела не нанимать тебя. Ты предатель. А, ты сейчас... меня не убьешь. Сейчас убегать будет, зараза. О, вот и все. Капец. Королева пиратов Зенлан гибнет из-за подделки. Переоценила себя. Правда? Да. Я взяла оригинал, обе части. Отдала мужу. Мужу? Он лучше этих глупцов. Так и кто ее муж? Я что-то взял, но не пойму, что. Не показывает нифига. Так, покиньте эту эту зону. Сейчас быстренько сундук возьму, а. И покину эту зону, а. Давай, давай, Эдвард. Так, как-то... А, во, все. Блин, все-таки быстро эту дурочку убил, а. Ну, на самом деле, друзья, вот лично мне было очень жалко ее. Даже Эдварду, в принципе, было жалко ее. Но она сама напросилась, честное слово. Я не мог миссию отменить. Если можно было бы ее не убивать. Я бы, конечно, не хотел этого делать, но пришлось. Выбора не было. Так, сундук я взял, это круто. Теперь у меня уже почти 10 тысяч реалов. Так, надо эту зону покинуть, только как? Ну, в смысле, я знаю как, я имею в виду. Тут поблизости, где этот свалить, чтобы красненькая фигня? А, вот, кстати говоря, еще одна точка обзора находится вроде, вроде бы поблизости, да? Ого, нифига себе. Так, нифига себе красная зона, блин, капец, аж сюда надо бежать, а?
Ладненько, друзья, устроим с вами пробежечку. Еще одну точку обзора откроем сейчас. Блин, а миссия на самом деле была прикольная, ну, то есть не переживайте. А, все уже, я скрылся. Я с вами еще не прощаюсь. Все-таки я переменю название, миссия у меня называется Король Пятов и Королева Пятов и Король Дураков. Вот как будет называться 21-я миссия. Это название мне больше нравится. Опа, броня тамплиера. Пройти охоту на тамплиеров, чтобы получить ключи и разблокировать броню тамплиеров. Вау, я получается разблокировал, уже у меня теперь есть 3 ключа, друзья. Осталось еще 2 ключа, и я получу броню тамплиеров. Вау, круто. Так, как сюда попасть, да? Так уж я водушки тут никак, значит, скорее всего, где-то там может, да? Там просто сундук, видите, друзья? Сейчас все будет, а? Блин, а миссия, правда, интересная была. Я не ждал, что кажется, брат брата предаст, что придется убить и Венса, и эту девчонку. Я в ахере был. Честное слово, друзья. Так, как же сюда попасть? Так. Сейчас, друзья, надо что-то придумать, а? Ух, так, реально, как можно сундук этот взять, а? Точка обзора находится недалеко. Мы еще к ней вернемся. Скорее всего, надо аж вон туда, да? Или не вариация. Сейчас, друзья, все будет, а? А вам понравилась эта миссия? И как вам вообще название? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а? Какова же самая любимая часть Ассасина? Вы по-любому все части, включающие меня, проходили, по крайней мере, большую часть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая ваша самая любимая часть? А может, даже такие люди найдутся, которые вообще в Ассасина ни разу не играли? Может, все может быть? Блин, как же мне все залезть, а? Так, вроде бы здесь, да? Просто хочу сундук этот взять, а? Но пока как залезть сюда, не понимаю. Блин, все замудренно, все заделано так, а? Тут везде скалы, тут ни хрена, тут тоже. Вот же, блин, а? Так, ну, я заколебаюсь бегать, скорее всего, туда-сюда. Ну, блин, жалко, что у меня нет костюма летающего, как у Человека-паука. Или Супермена. Я бы сейчас быстро, оп, взял, паутину пустил, блин. Вцепился в эту, опа, и все, в скалу. Ладненько, черт с этим сундуком. Еще раз сделаем точку обзора. Потом придумаем, может быть, как-нибудь в следующей миссии, как всего залезть. Просто сейчас не хочу бегать, как придурок, и думать об этом. Конечно, тут, на самом деле, по-любому сможет залезть. Это бред был бы, если бы нельзя было бы, а? Надеюсь, вам правда понравилась эта миссия, друзья. Я надеюсь, вам правда понравится название. Мне очень даже нравится. Она такое, знаете, прикольная, такое, знаете, веселая. Королева пиратов, король дураков. Поэтому пришлось их двоих убить. Но это, друзья, конечно, была печалька. Ну, в смысле, я не хотел, если можно было бы их не убивать, просто можно набить, чтобы они включили мозги, я бы это сделал. Но так нельзя было делать. Есть, 5-я точка обзора синхронизирована. Так, сейчас я же обещал, друзья, что я сейчас сделаю точку обзора и пойду с плавной галки на склад. Это я и сделаю, друзья. Так, опа-опа. Рядом с нами находится, получается, таверна. Ух ты. Сундук, потом получается, где можно купить мечи, еще сундук. Вау, и какой-то получается какая-то записка, да, или рукопись внизу. Круто, так. Теперь нам надо, получается, аж сюда. Подожди. Так. А это, по-моему, даже далеко было, да? А, во! Нет, склад на не только на галке не надо будет плыть. Склад находится на берегу. Блин, я был невнимательный, друзья. Кстати, точка обзора еще близко находится. Мы тоже здесь сделали синхронизацию. Вау. Так. Так, сначала рукопись возьмем. Правда, я не буду читать. Но возьму ее. В любом случае, она нам лишней не будет. Так, она внизу находится, да? Да. Так, чувак, стой. А, ты так захотел, да? Ну, ладненько. А ты падал, гранату, сука. Он кинул мне гранату, а? Ого, нифига себе, какой я вот крутой, а? Да, у меня же пушка получше стала. Прям по мордосям ему. Кстати говоря, я его вроде бы не убил. Так, да, я его не убил, а так что быть. Тебя я пожалею, а? Я же не такой ублюдок, который налево и направо всех убиваю. Хотя таких ублюдков, в принципе, можно убить. Так, сейчас открою. Давай. Так, Насау тайны. Первая из 5 тайн найдена. Блин, а прикольно, а? Так, ладнюшки. Так, доступ. Ага. Блин, я не понимаю, как это делать на самом деле. Нажимаю она. Нет, она не так. В итоге я не понимаю, друзья.
Блин, я не понимаю, как это сделать на самом деле. Черт с ним, ладно, это не важно. Так, склад находится недалеко. Хотя, честно говоря, тут и сундуки. Подождите, подождите. Сейчас, все. Блин, карта же по-другому делается. Блин, не как в Айждоке, а. Так. Да, тут все эти точки перемещения. Тут доступно, тут фрагмент анимуса. Получается, тут у нас сундук. Еще сундук. Круто. Так, ладненько. Сначала вот сюда сделаем, друзья. Открыть эту карту, да, откроем. Да, вот, да, вот, правильно. А потом пойдем уже, как говорится, амбары грабим. Там, кстати говоря, много чего мы полезного для себя. Для галки возьмем. Ого, нифига себе, что надо залезть. Что это за миссия, что это такое? Найдите, а, вот, найдите обладателя ключа. Сейчас все будет, все будет. Сначала я быстренько точку обзора сделаю. А потом, ну да, а потом уже и буду искать обладателя ключа. Так, Эдвард, давай, давай. Эдвард, великий скалолаз. Вот чем нравится больше в соседнем, что, блин, главный герой. Опа, опа, сундук, сундук. Так. Офигенно умеет лазить. Они вообще, блин, ну, юные скалолазы, так сказать, а. Подожди, подожди. Так, сундук 10 найден. Круто. Такая прикольная такая башня, а. Это еще не самая высокая в игре. Есть еще выше башни, на которой приходится скапкаться, чтобы сделать точку синхронизации, так сказать, область разблокировать. Давай. Я уже три точки обзора разблокировал за эту миссию. Круто. Сейчас, друзья, быстро грабли склад и завершу наше прикольное приключение на сегодня. Не переживайте, друзья, мы с вами скоро увидимся, я с вами не прощаюсь. Но мы еще долго будем проходить эту прикольную игрушку, также будем проходить Watch Dog, и буду я еще стримить прикольненькие игрушки, кстати говоря, друзья. У меня сейчас в группе проходит опрос, какую следующую игрушку мне постримить с открытым миром. А, какую, вот. Сейчас у меня в группе проходит опрос, какую следующую игрушку мне с открытым миром постримить. Блин, спасибо вам всем за поддержку, что вы голосуете, поддерживаете меня. Ваня, респект и уважуха вам. Я не знаю, какая игра выиграет, честно вопросе, но очень даже мне интересно это узнать. Ага, вот он, обладатель ключа. Украдите у него ключ. Окей, окей. Так, ну и знаете, как лучше сделаю? Наверное, налево-направо всех поубиваю их, а? Ну, хочется как-то... Ай, блин, зараза, зараза. Хотя ладно, так что быть, сначала ключ украду, а? У этого балбеса. Ай, блин, зараза. Да твою налево, а. Зараза, еще и подмогу вызвали, а. Бля, весело, друзья. Ни хрена, это уже не весело. Ой. Нет, все-таки скрытое оружие. Да твою мать, сейчас убьют же. И весело не будет, друзья. Так, подождите. За дебил меня. Дебилы, их двое, сука. Вот так тут подеремся. Это у меня жизни мало. Давай, давай, придурок. А, ух ты крутой, а. Ты падла. Блин, да заразы, блин, сука, тут стрелков, капец, тут целых три стрелка. Да ё-моё, сука, всё-таки убил меня. Ну ты урод, а. Ну тварина тупорылая. Блин, не думал, что я погибну, а. Ну я лошара, а. Так, опять же, дебила найти. Понял, понял. Так, точки обзора я уже, получается, 6 точек обзора замутил. Тут всего 2 контракта на убийство в Насау. Ладненько, друзья. Так, пушка заряжена. Да. Первым делом надо сначала найти этого дебила. Обладателя ключа. Да нет, лучше холодное оружие. Да не хотел его, блин, друзья. Есть. Да ё-моё, а, задолбали эти стрелки уже. Друзья, миссия такая, не такая. Легкая, блин, все-таки колокол позвонили, а. Ладно, друзья. 20 на 2, надеюсь, сейчас я не сдохну. Их очень много, если только опять погода испортилась, а. Блин, достали уже эти стрелки, а. Есть, одного я дебила убил. Осталось еще 2 стрелка. Сейчас с этими дебилами я быстро разберусь. В этот раз я не погибну. И убью стрелков. Так, подождите.
А зараз они типа думали стрелять, не стрелять, а? Все-таки у них интеллект есть. Хотя не особо такой зараза крутой. Да ё-моё. Сейчас Соша сделаю перезарядку, а? Хотя этот дебил не дал мне это сделать, а? Я его кулаками нахерачил, видели? Хотя у меня... Так, сука, задостал ты уже мудил, а? Сука, а? Сдохни, блин. Он, сука, сука, не слабак казался. Сейчас я сделаю быстро, друзья, перезарядку. Убью этих стрелков и пойду найду обладателя ключа. Хотя говоря, может быть, я его уже убил? Да хрен его. А, тут патроны, да? Давай, давай, мне патрончики нужны. Так. Есть, три пули найдено. Сейчас даже так их убью, а. Да, блин, зараза, а. Эдвард, не тупи. Так. А, тут я не достану. Так, вот он, скорее всего, да? А ладно, так что быть, его я не убью. Если он, конечно, не будет мне надоедать. А, нет, все-таки придется. Ну, извини, чувак. Сори, не хотел, пришлось. Так, все, друзья, все хорошо, у нас все получилось. Сейчас я быстренько сломаю колокол, хотя уже бесполезно, я всех убил. Ну ладно. Сейчас, как говорится, быстренько откроем. Ограбим амбар. И будет весело. Двадцать первая часть под названием «Королева пиратов и король дураков» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, очень с вами скоро, друзья, увидимся. Спасибо вам, огромное всем, друзья, за... Спасибо вам всем, друзья, за поддержку. Респект и уважуха вам. Покедова, мои офигенные друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.